Здоровенькие булы, дорогие друзья, с вами, как всегда, Яван. Продолжаем мы играть на прекрасном сервере смотра МТА. Это наша сказка о том, как построился лась Рублевка. И как пацан на поло... Вахтанг. Ясно, ясно. Чё, на поло? Гонка на поло? Ну давай гонку на поло, чё. Мне, в принципе, не стыдно. Гонку. А у меня черный. А вы чё? Да не. Короче, сегодня, как вы поняли по названию ролика, у нас будет обзор Рублевки прекраснейший. Так что присаживайтесь поудобнее. Как задолбали эти льволивы, если честно уже. Вот, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Короче, встречает нас такой. Улетел квантовый мост или вантовый, не знаю, как мне говорили из Питера вроде, как там писали в сообщениях, не помню. Выезжаем мы на круг, по идее врубается правый поворотник, если нам налево туда, но мы сначала проедемся сюда, там все закрыто, как видели. Ой, а что закрыто? А, нет. Мы едем по тоннелю, мы едем по домам, под домами. Элитный поселок, Рублевка, как вы видите. Кстати, на поло максималка 270. Странно. И что-то мы очень долго едем, я даже не знаю, где мы выйдем. Может, мы выйдем в конце карты? А то, если честно, я сам и я не ездил еще. Все дома покупают, и т.п. Ну, понятно же, обновление. У меня на поло вон по тоннелю проехал уже 7 километров. Так, куда-то я выехал. А, я знаю, это, наверное, тоннель был под всей картой, типа, наверное. Ну, куда ты он по встречке едет, ну, ё-моё. И сейчас мы выйдем, просто будем ехать и по кругу выедем. Всякие домики вот так. Кстати, с горы, с высоты птичьего полета можем заснять. Домики 55 миллионов, которые не заснял. Поло, проезжай. Вот. А здесь еще какая-то развитая. Ну ладно, поехали прямо, посмотрим. Но прямо я выйду вот на начало. А здесь такая красивая парковка, кстати, можно сходки сделать. Вообще. Кстати, кто не против сходочки, напишите в комментариях. Вот, и мы выезжаем в самое начало. Но зачем драгтрасса была, если здесь такая прямая, офигенная, чтобы тестить автомобили? Окей. Ладно, поехали сюда. Я так понял, это единственный выезд, куда можно... Вернее, не выезд, а заезд на Рублевку. Но я заезжал другим методом. Да. Ну как заезжал. В целях безопасности рекомендуем сменить пароль от аккаунта в меню F1. Пацаны, если меня сейчас сломали аккаунт, это виноваты админы. Все. Поворачиваем направо. Не на поло, кстати, неплох. Съезжаем вот такое вот местечко красивенькое. А, мы заезжаем сразу же к... почти самых офигенным домам. Вот такая вот ровная дорога, 124-й. Чё, Авентадор на поло? Давай, дергай. Короче, здесь домики. До рестарта у меня был вот этот домик, но я его потом... Ну, не рестарта, а отката, вот. Прикольный, но я его не хотел. Так, здесь парковочка тоже прикольная. Вот сможете такой скриншот красивый сделать. Вот, не прочь. Так. Ну, выезжаем отсюда. И направо, что у нас? Просто как будто Grove Street. Мы разворачиваемся, окей. А здесь что-то. Там тоже кружок. А вот сюда, если честно, ребята, я даже не ездил. Или... А, ездил, здесь трактрасса, точно. Так, сюда налево. Сюда выезжаем мы сюда. Потом налево. Вот. Все, поехали. О, Wi-Fi. Привет, я знаю его. Так, это... А чё я его на поло дергаю? А, у него дрифт-чип. А, чё? Так быстро? Пацаны, теперь мы знаем, что квотер поло едет 6,7. Ну, в принципе, здесь, я так понимаю, должны быть заправки и чиповочки. Ну, что-то здесь ничего нету. Понял. Так, здесь ничего нет. Ну, короче, если мы проедем полностью прямо, это, получается, у нас будет драгтрасса. Нет, здесь должны быть заправки, мне кажется, и эти. 100%. И
чиповочки, то здесь не очень, а вентиляторы всякие, но это опять... Нет. Пола, красавчик, прям уважуха. Так, если чё, Пола, в следующем ролике я расскажу, какие тачки все-таки купил. Здесь тоже эти домики, но они чисто Ctrl-C, Ctrl-V все купили. Здесь выезд, ну там, в принципе, тоже такой же. Так, давайте сюда заедем. А мой домик вот прям при въезде, если не ошибаюсь. А нет, мой домик не здесь. Мой домик в другой стороне. А, мой домик возле того въезда. Вот этот? А, вот этот мой дом, пацаны. Давайте заедем, посмотрим, короче. Я уже понял, что я лоханулся, пацаны. На территорию въезда, вы поняли, какой? Приворота пролетел. Вот это, конечно, топчик. Заезд. Гаражик, ну в принципе домик неплохой, вид красивый, но я хотел вот тот, и я его почти словил. Сейчас я вам расскажу. Так, давайте спустимся. Кто это у нас такой? Кёникс, привет. Спустимся, все по РП. Кто это такой? Блин, Приора на мою похожа. Словила сначала 40 миллионов этот дом, потом я... Блин, какая же она все-таки большая. Потом словил... потом поехал и решил, блин, что... дома сольют. А как вообще сюда съехать? Я буду как кретин сейчас съезжать. Ну, здесь как-то есть... А, все, я понял, там есть дорога. Где мы ехали первый раз, там и надо ехать. Да, для таких, как меня, специально предусмотренная трасса, что ты оттуда не съедешь. Ладно. Короче, купил я сначала дом, который вам показал в самом начале. Вот, а потом я купил... Чё все дрифтят на Рублевке? Кстати, Рублевка это будет, наверное, одно из популярных мест, скорее всего, здесь. Так, как отсюда съехать? Можно вот так вот съехать? Попал почти, да. И потом я, когда сделали откат, я думал, сейчас бизнесы уберут. Вернее, слетят. Я поехал к бизнесам, потом приезжаю сюда. Ко мне приезжает там один игрок. Кстати, они наверху прикольно смотрятся. Один игрок приезжает. Я такой нажимаю уже. Вот сейчас я вам покажу этот дом. Один из первых, кстати. А вот тут еще дом спрятан. Я вот тут приезжаю, вот тут паркую себе. Забегаю. А, он его уже перепродал, окей. Нажимаю купить тут. Потом нажимаю. Да, купить. Я его нажимаю первым. Он не нажимает. И потом. Вы действительно хотите подтвердить? Я такой не успел нажать, и он, короче, купил. Здесь вот такая вот беседочка есть, вот этих домов. Здесь еще типа банечка, парилочка, да, я так понимаю. Бассейн вроде здесь где-то был, я видел. Кстати. А половина домов зад не такой, вроде. Или такой, не такой же. Давайте посмотрим, что здесь по интерьеру. Кстати, в свой дом я не заходил по интерьеру. А странно. А, здесь обычный интерьер Сампа, понятно это. Кто не играл сам, тот точно понимает. Все подъезды из выезда из города Южный перенесены в высотки в СГУ СФ. Вопрос. Это надо еще угадать, какую высотку. Какая у тебя высотка, вернее. Потому что ваши дома, которые у кого были в Юшке, они в Юшке вот здесь. Да, короче, пипец. Так, выезжаем. А еще на трассу. Вот еще здесь дома. Столько здесь домов. И я все просрал. Вот, едем. И сейчас мы приближаемся к Лубичевым домам. Как я называю. Сейчас мы поедем к самым бичевым. Вот здесь, кстати, парковочка тоже. Что-то здесь должно быть. Вот такие они вот серенькие, но смотрятся они тоже неплохо. Вот смотрите, какая парковочка сюда. Ну, много тачек можно припарковать ее. Неплохо для превью. Стоит они 15 миллионов гос. 4 места. Войти, ключ. Давайте 1-1-1. Стандартный. Здесь интерьер-то получше, чем тот, что было. Вот. Ну и в принципе... А, еще давайте поедем, посмотрим. Еще один дом, который мы больше не смотрели. Кстати, что здесь за поворот такой? А, это трасса.
Точно. Это бичевые, это дорога бичевых. Ну, они, в принципе, неплохо. Неплохо смотрятся. Я бы даже, может, и купил. И вот такие вот дома, которые по 35 миллионов на 7 мест. Такой маленький гараж. И пойдем на задний двор. Вроде у них были бассейны, не помню. Или не было у них бассейнов. А, есть бассейн. Типа. Или что это такое? Или это гольф? Не, не гольф. Это типа бассейн, не бассейн. Короче, непонятно ничего. Кто это такой? Армена. Армена, отмена, да. Да, в принципе, все. Вот вся рублевка вот такой вот по местам. Оп. Я на своем кредите что-то упало. Давайте можно заглушить. И, в принципе, подняться в небо на коптере. Будем немножечко реалистичными. А зачем я жму Ctrl, если мы можем сжать Shift? В принципе, вот такая вот... Вот такое для скриншота. Очень много гасает по рублевке. Не знаю, сколько можно видосов здесь снять. Вот такие вот дома, парковочка, все верно. Вон там заезд, вон там драк. Проезжаем ровно. Так, давайте я уже там лучше подъеду на поло, потому что это будет быстрее. Кстати, я говорю, поло, блин, я не хотел его покупать, но что-то мне вообще зашел. Можно... Всякие ютуберы здесь ездят. Можно, кстати, заблудиться. Что я хотел сказать, вообще жестко. Вот, это мы поезжаем уже в более богатый район, и можно взлетать в небо. Короче, вот такая вот, пацаны, рублевка интересная. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Я еще забыл, не забыл, конечно, но сейчас я вам покажу, какие еще здесь квартиры. Они же не только дома, они еще квартиры добавили. Они находятся в этом краю. Они стоят там тоже что-то, не помню сколько, мало. Вот в таких вот будках. Вот даже сделали пикапы, чтобы ты приехал. Вот стан, встал. О, на поло, посмотрите, вот они. Уже пацан. Кооператив. Вот, приехали, зашли и купили. Кстати, 5 мест здесь стоило 13 миллионов. Вот, на этом все. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Подпишитесь на канал. У меня еще много годноты. После обновления у нас ролики каждый день, пацаны. Этот ролик выйдет, если сегодня апреля, 30 апреля, а видос про обнову выйдет 1 апреля, ой, какой апрель, 1 мая, кстати, с праздником, все. А потом этот видос, скорее всего, выйдет 2 мая, вот. Так что видосы у меня каждый день, скоро будет конкурс, я надеюсь, они с пиздоболей будет конкурс, вот, так что... Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить ролики, потому что они, еще раз повторюсь, будут выходить очень часто. А, вот заезд еще был, или нет? Я умер. Короче, всем желаю хорошего дня и настроения. Всем пока.